Всем привет, наша любимая игра Клондайк. Ну что ж, продолжим. Я набрала на сумок, на 30 сумок. Офигеть, 600 подков, 60 экстракта. Ну что, отправляемся на Polar Site. Вы знаете, это осталось последние две стадии уже, и все. Да, появился новый остров, но сегодня на него даже не хочу. Я хочу закончить с вот этим вот зданием. Я когда сказала, посчитала, получилось вроде много. Говорю, сына, а ну посчитай. Он как сказал, 600. Думаю, таки да, 600. А я думала, что я ошибаюсь, но это круто, конечно. 600 подков. Ну, вроде как мелочь, но тоже приятная мелочь. Зато сумки. Зачем же им столько наших сумок? Ну да, у нас слишком много экстракта. А почему получилось у меня вроде меньше? Я 600 привозила, точно помню. Фу, есть. Берем наши сумки. Идем отсюда. Я честно думаю, что это уже все. Так, не домой. То сейчас точно развернусь, пойду домой. Все свое ношу с собой. Как же я такие сумки отвезу на другой остров? Надо домой везти. Шучу. Итак, привезла я на последние две медь, сплав, трос, краски, 20 штук и сумки. Сейчас будем смотреть. Итак, первая стадия. А, ну да, кирки. Для кирок же я краску и привезла. 4 кирки надо сделать. Бартер. Раз, два, три, 4. Есть. А у нас такое задание даже было. Ну да, восстановить храм. Итак, есть. Так, ну да, 30 сумок. 30 сумок. С ума сойти. Ого, какие мы опытные. Сколько опыта дали. И какая-то бутылочка внутри. Нужен жгучий экстракт. Понятно. А смотрите, рюкзак Джима на локации. А где Джим? А, вот он. Я уже от растерянности потеряла нашего Джима. Так, тут может быть рецепт выпадет, скорее всего, то, что надо на главном острове делать. 4 часа, жгучие вот эти перчатки. Ждем-с. Да, есть. Осмотрели. Пошли дальше. Пропускаем все это. Так, создать, заполнить жгучим экстрактом. Так, создать экстракт и заполнить. Смотрим, чего нам для этого надо. Так, давайте сначала поставим. А где у меня стояло? Ага, вот тут. Ну, заметным исключением, ну, где-то вот тут. Хату бредки закончились, черепица. Ладно. Так. Этим мы потом. А жгучая трава для этого нужна. Ага, а для жгучей травы мы должны отвести рецепт и узнать, сколько мы будем делать 4 часа ту штуку. И в итоге прохождение заданий на сейчас заканчивается. А остается только чистка острова. Правильно? Правильно. Жгучая трава. Вот же она. Без печаток никак. В общем, я домой посмотрю на этот рецепт хоть. Оно того стоило или нет? Нет, конечно, они загибают чересчур с этими материалами, конечно. Игра игрой, но все должно быть разумно, в пределе. Но это на острове был чистый беспредел, конечно. Так, забрать. Давайте, ну, например, посмотрим сейчас. Ой, я ж не достала, да? Или достала? А, ну, достается еще. Потому что рецепт не обнаружен. Я была в шоке. А где рецепт? Он, наверное, остался у меня. Его надо лично достать. Он, видать, так не вынимается точно выгрузить. Думала, пропал рецепт, не довезла. Знать.
Ну, почему-то меня не удивляет. Так, учитывая, что мне его это надо много, спасибо тому, кто просил меня построить кожевельню. Я тогда построила на видео и что-то какую-то ошибку забыла сохранить. И пришлось мне еще одну построить. И в итоге для того, чтобы снять одно видео про кожевельню, я 2 раза построила. Оказывается, я была очень сильно права. И теперь она мне точно пригодится. Плохо, конечно, что ждать 4 часа. Даже если я сейчас включу ускорелку, это будет 2 часа. Там того не стоит. Если бы я знала точно, что я буду сидеть в игре. Да, я пока чемоданчики подменяю просто. Чемоданчики будем делать в другой раз. Сейчас будем делать перчатки. В огромных количествах. У меня чемоданчиков мало, интересно, или нет? Да, мало. Вот то хорошо, что я просто так без причины ставлю практически этот завод, чтобы он работал. Вот так бы у меня сейчас ничего не было. Так, мне нужна пыль. Пыль, пыль, пыль. И поставить еще. Пусть себе потихонечку делается. Так у меня из-за этого и камушки ушли все. Бывает. Кстати, у меня заводик всего один. Их можно делать несколько, но я пока ограничивалась на всех островах только одним. Мне хватало. Не знаю, что-то я поленилась, а второй строить. За третий вообще молчу. Если даже второй не построен. Так, надо накормить своих животных. Кстати, этот новый остров, я читала за него. Он у нас условно постоянный. Он у нас постоянный до тех пор, пока мы не построим там определенную вещь. И потом 7 дней до свидания, и остров пропадает. Поэтому, кто собирается ехать там и чего-то строить, сначала подготовьтесь. Я считаю, что я сейчас не готова. Я пока занимаюсь этим островом. Ну, может быть, на выходных, не знаю. На этом, в принципе, мне осталось только уже дочищать мало, в основном только задания. Так. Раз, два, три. А что там у меня по энергетикам, я даже не догадываюсь. Ну, в принципе, можно посмотреть. Мало, я сейчас мало захожу в игру. Ну, пирог есть. Малиновый вот чуть-чуть. Даже яблок не навозила, потому. То интернета нет, то еще чего-нибудь. То времени нет. Фабрики собрать надо, но не могу, потому что сначала надо рабочих нанять. А то придется потом все с фабрики заново запускать. Поэтому лучше сначала нанять, а потом уже включать. А, кстати, о птичках. Я забыла, что у меня там закончились табуретки. Табуретки, черепица. Не знаю, сколько там чего надо. Да? Как-то так, ладно. Сейчас цветы поставлю, потом уже буду дальше заводами. Ладно, здесь уже поселю, раз открыла. Раз такое дело. Поехали. А я никогда, пока все не найду, не убираю, для того, чтобы знать, что на этом месте уже что находила, и еще раз не поставить. Так, строим. Ух ты. Что надо, как повезло. Нашла. Ага, но я не могу убрать, пока не уберу это деревцо. Маленькое такое. Это не проблема. Сейчас мы его сразу уберем. Раз такое дело, раз надо. Если надо, значит надо. Для этого берем чего-нибудь существенного. По-моему, я переела. Слишком много взяла. Ну ладно. Собирать-то особо нечего. Такого в плане, чтобы с энергетиками.
только и осталось. Видите, ничего такого больше нет. Тут одно это. Ладно, потом буду вывозить. Поеду, сделаю себе энергии. Разгрузить. Никто ничего не хотел у меня. Бессмысленное здание вокзал. Так. Там 144 вроде надо. Будет. Ха, 142. Ну, как всегда, я колечки по тамбарчику. У нее там дырка, наверное, уже под замбаром. Я только там и копаю. Мне там больше всего везло. Сейчас раз и не будет выпадать, да? Ну, раз выпало. Два. Ну, видите, мне там везет. Я только туда и хожу. Я ей уже говорила, если увидишь, у тебя там под амбаром дырка, на это я проковыряла. Копаешь постоянно. Твой амбар. Дуже он мне нравится. По-моему, даже уже хватит. Я уже пожадничала. Да ладно, еще раз копну. Говорили. Ну, прям говорят, копай и не уходи. Пока про амбар не провалится. Так, есть. Домой. Называется, мы строили-строили и, наконец, построили. Ура, товарищи. С тем зданием уже закончено. Так, что я с собой беру что-то? Ну да, наверное. Надо яблочки забрать. Их надо потратить. Чего они будут? Я даже много там и брать-то не хочу уже, в принципе, там. У нас яблочек нет. Ой, яблочки без водички. Никто не полил. Тут у нас что? Тут у нас... Ой, тут 5 яблочек, я их сейчас открою. Ага, нельзя поставить. Ну, не надо. Не сильно и хотелось. Надо углекислый газ уже ставить делать. Это несерьезно. Где у нас заводик? И газик. Есть. Так, все. Кто куда? Мы на Сандера. Тут еще были чуть-чуть яблочки, оказывается. Ничего больше будет. Так. Сменить. 44. Угу. Где еще большие камни? Я сейчас от этого откушу. Все. И убрать. А это опять поставлю улички на помощь. Так, все хорошо. Да, мы много едим. Усиленное питание. Так, это все надо собрать, чтобы не мешалось. Теперь можно строить. Строили, строили, наконец построили. Ура, товарищи. Так, 54. В общем, я продолжаю чистить остров. Окончание строительства я вам показала. Это была цель этого видео. И поэтому я могу смело сказать всем пока-пока.